Здравствуйте, это наша любимая игра Клондайк. Итак, я предлагаю вместе немножечко поиграть и посвятить это видео вроде как на вид обыкновенному канату. Ну, дело в том, что канат в игре у нас используется очень широко, его надо много и везде, для кормлёшек и не только. Еще при помощи каната мы делаем клей. Да, мы, конечно, можем выращивать лен и делать канат так. Плюс мы можем его делать на производстве. У нас для этого есть производство, где тоже делается канат. Но самый простой способ с канатом – это, конечно, коллекции. И этих коллекций у нас две. Я периодически меняю эскимоса. И вторая коллекция у нас называется «Потеряла». Орлиная, там вообще дают даже два каната, и это радует. Она хорошо собирается, но для того, чтобы у нас не было проблем с канатами, нам надо что делать? Да, конечно, можно делать золотые статуи, пальмы, но это, как говорится, долго и накладно. Если мы выращиваем коров и овец, то потом в конце появляются вот такие вот золотые статуи, с них тоже выпадает прекрасная коллекция на канаты. А также и сундика. Также самое мы можем, если у вас небольшой уровень, естественно, и все так сложно, то в принципе ставим индюков, выращиваем индюков, и из индюков потом из яйца дают нам тоже коллекцию с канатами. Индюки и страусы — это канаты. И также самое индюк потом станет золотой, он принесет нам канат. Если у нас прям срочно надо, мы идем к соседям и прекрасно можем накопать канат под ловушкой для лисицы. Это вот такая маленькая ловушечка, сейчас покажу. На некоторых уровнях она еще стоит, на небольших она там идет по заданию. У нас есть такое — поставить 10 ловушек, потом будет удалить эти ловушки. Вот под такой ловушкой тоже копается эта коллекция, очень прекрасно. Ну, естественно, мы еще можем привести ее с экспедиции. С экспедиции в травах, там во всех остальных этих тоже приводится коллекция. Дело в том, что намного проще просто зайти, вот так вот нажать, поменять, и все. Никто не говорит, что, конечно, она у вас будет, если у вас небольшой уровень, в огромных масштабах, но, по крайней мере, она будет появляться. И не надо будет делать этот канат, тратить на это свое время. А канат идет у нас в постройках, идет в кормлёшках. Он очень востребованный. Он вроде как канат, а на самом деле мелочь, да? А на самом деле он очень нужен, даже если у вас нету кроликов, канат в игре для строительства и для всего остального просто необходим. И на этом все. Пока-пока.